Всех приветствую, вы на канале Седой Инвестор. Сегодня хотел бы поднять довольно интересную тему. Почему многие начинающие трейдеры или инвесторы уходят с криптовалютного рынка? И на это есть ряд причин. Если вам действительно интересно, заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней, а я побежал за кофе. И давайте начнем сегодняшний ролик с результата вчерашнего IPO. Название проекта Wombat Exchange. Основная суть IPO состоит в том, что вам дают лишь 20% общего количества монет. Остальные 80% вы будете продавать в течение целого периода. Вкратце, 20% вам дается, 80% пока что заблокированы. Но даже на этих 20% вы могли вчера поднять безумные деньги. Стартовая цена за Wombat 7,5 центов. Цена достигала 4 долларов. И время продать действительно было. Не по 4, но по 3 точно. Как вы сейчас наблюдаете, цена за один токен составляет 68 центов, а это почти 10 иксов с начальной цены. Если мы посчитаем максимальный профит, грубо говоря, купили вы токены по 7,5 центов, а продали по 4 бакса, это 5200%. Как вам такое? Кто вчера смог заработать? Поздравляю! Данную информацию об IFO я получил в своем закрытом чате Telegram от одного из подписчиков, зовут его Александр. Я просто обязан об этом сообщить. Саша, большое тебе спасибо. Благодаря тебе многие люди смогли заработать. А теперь давайте плавно перейдем к основной части ролика. Почему же многие люди уходят с криптовалютного рынка? Дело в том, что есть два пути. Изначально изучить теханализ и только потом начинать либо трейдить, либо инвестировать. И второй путь. Наслушаться друзей, самых лучших советов в мире и сделать свои первые сделки. Вот благодаря второму варианту, люди больше в криптовалютный рынок не возвращаются. Для них это либо пирамида, а еще хуже — мошенничество. Нет смысла сюда приходить без определенных знаний. Лично я занимаюсь инвестициями и пытаюсь максимально это продвигать с помощью YouTube. Я не спорю, то, что есть те трейдеры, которые живут на этом. Ежедневно из 10 сделок у них примерно 6 либо 5 выходят в плюс. И таким способом они могут себе оплачивать и квартиру, и коммунальные услуги, и хватает им покушать, и одеться, и прикупить машину, и все остальное, что нужно для комфортной жизни. Меня такой вариант не устраивает. Слишком много нервов. Трейдить с холодной головой очень сложно. Те, у которых это получается, действительно одаренные люди. Как по мне, это гении. Я выбрал путь инвестора. Я покупаю на бычьем рынке, я покупаю на медвежьем рынке, неважно, и фиксируюсь на пампах. Допустим, токен ZIL, проект Zilliqa. Закупался данным токеном с января месяца до конца марта, и общий профит составил примерно 400-500%. Также токен BSV. Закупался я им еще по 27, по 30 центов. 500% профита — довольно неплохо. На эти деньги можно спокойно жить, не работая. Также в моем портфолио имеется токен ANFI. В отмеченных кружками зонах я скупал этот актив, и примерный мой профит составил также 500-550%. Ребята, это все было на медвежьем рынке. Ну и, конечно же, токен WIN, который зафиксировал я полностью, все 100% своих токенов. Общий профит составил примерно 27 иксов. Часть данной суммы я вывел в наличку и отправился в небольшой отпуск на целую неделю, в честь моего дня рождения. Вы об этом, наверное, помните. В общем, весь отчет был в моем Instagram. Там я показывал, как я обменивал данные токены на стейблкоины, потом продал их через P2P и вывел фиат. Еще раз скажу, ребят, это все медвежий рынок. Те, кто говорят, что на медвежке нельзя заработать, только трейдинг, вот вам полный отчет. Верить вам или нет, это дело ваше. Но все мои доказательства, они вот прям перед вами на моем YouTube канале. Ищите ролики под названием данных токенов, я там все показываю, ни от кого ничего не скрываю. Еще самая большая ошибка начинающих инвесторов — то, что вы, ребят, лезете туда, куда не надо. Начитайтесь новостей, то, что какой-то чувак заработал миллиарды долларов, купив лишь несколько токенов шибаину либо Dogecoin, либо еще каких-то мем токенов, и вы пытаетесь повторить их успех. Ребят, не получится. Если актив находится на хайпе, о нем говорят все, то скорее всего он уже в откате либо вот-вот откатится. Идеальный пример — токен GMT. Вот эту всю схему я нарисовал, наверное, в апреле месяце. Если бы я не решил записать данный ролик, то, наверное, не открывал бы данный график. Сейчас появится подсказка, переходите, смотрите. Но скажу вкратце, суть ролика заключалась в том, то, что на хаях я крайне не рекомендовал заходить в GMT. Я уже говорил, ребята, все, здесь уже заработали без вас. Токен безумно перегрет, хайп максимальный, нужно уже фиксировать. Но нет же, большинство людей продолжали покупать кроссовки и называли меня идиотом. Типа, я ничего не шарю, GMT будет стоить 10 баксов.
Да самое смешное, даже если посчитать потенциальную прибыль, 10 баксов, это всего лишь 146%. Готовы ли вы рисковать всем своим депозитом ради таких процентов? Я думаю, нет. Но людям было все равно. Собственно, что означает первый вот этот столбец? Я рекомендовал дождаться хотя бы первой коррекции. Это $1.80. Можно было закупиться на небольшую часть. И с помощью второго столбца я пытался показать максимальную его коррекцию. 86%. Это все относительно. Возможно, он еще будет ниже падать. Пока неизвестно. Смотрел я строго на объемы. В этой зоне можно уже нормально закупаться данным токеном. Но когда данный тренд развернется, никто не знает. Сейчас медвежка. И покупать альткоины сейчас точно не рекомендую. Любое давление на биткоин очень сильно сказывается на падении альткоинов. К тому же, как вы сами знаете, в Европе и в Штатах намечается кризис. Газ там стоит бешеных денег. Поэтому многие американцы, европейцы начнут выводить свои биткоины в фиат. Это, безусловно, скоро произойдет. Насколько биткоин сможет свалиться, я скажу вам честно. Я не знаю. Я, как и вы, хочу заработать здесь. Но я не спешу. Всегда оставляю часть фиата на случай пролива. И если мы сходим даже на 6, на 5 тысяч долларов, я буду закупаться. Я отсюда не уйду. Я пережил падение с 2019 года, вплоть до марта 2020 года. Из-за коронадампа капитуляция была дикая. 90% инвесторов просто поуходили с рынка. Но что было потом, вы все прекрасно знаете. Предстоящий халвинг биткоина все изменит. Так же, как это было во время коронадампа. Крупным игрокам необходимо обычной толпе объяснять, почему происходит падение и почему происходит рост. При падении нас запугивают. Просто безумно. Но пока что толпа успокоилась. Максимального страха мы еще не испытывали. Насколько жесткое будет падение, пока что никто не знает. И со 100% вероятностью будет падение либо рост, я вам сказать точно не смогу. Поэтому предлагаю сейчас переждать. Заранее заведенными стейблкоина на бирже либо криптокошельки. И ни в коем случае не лезть туда, куда вас просят. Самое главное здесь ждать. Ребята, заработаем все. Сейчас лучше сохраните свой фиат. Не закидывайте вы свой фиат в альты сейчас. Совсем скоро вид контента изменится. Я заказал уже камеру, свет. Поэтому мой контент скоро глобально поменяется. Я пытаюсь постоянно развиваться, а вы мне в этом очень сильно помогаете. Спасибо вам, у меня на сегодня все. Всем до завтра.